полностью перекрыт сосуд, проводится стенд. Он вот такой. То есть это тоненькая трубочка. Эти стенты сделаны невозможные. Соединили металл с лекарством. То есть стенд покрыт специальным лекарством, которое препятствует образованию сужения. Давайте посмотрим, как это делается на видео. Проводится вот этот вот самый катетер, баллон раздувается. И вот в эту уже раздутый баллон сосуд вставляется вот эта вот сеточка, которая укрепляет стенку сосуда. Как вы на себе прочувствовали? Это происходит сразу. То есть просто становится сразу. Мы видим. Да, почувствовала я сразу. Прям пошло так. Да. Тепло пошло. Да. Я не помню хорошо. После процедуры 2-3 дня в стационаре и человек выходит на работу. Современные стенты стоят не менее 7 лет. А повторные повторные? Значит, стентирование – это процесс, который может делаться...